До выборов президента России остается меньше месяца. Сегодня последний день первого этапа информирования граждан. Уже с 1 марта сотрудники избирательной комиссии начнут вручать личные приглашения на выборы. Скажите, вы знаете, что 18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации? Дойти до каждого жителя и рассказать о предстоящих выборах – такой целью задалась избирательная комиссия. Впервые в этом году вместо привычных объявлений около подъезда и приглашений в почтовом ящике о выборах рассказывают лично. Александре Пушковой 91 год. Несмотря на возраст, на участок она планирует явиться самостоятельно. Это мой долг. На выборы я обязательно пойду. Теперь мы знаем, что выборы будут проходить в спортзале 4-й школы. И, конечно же, на выборы мы пойдем всей семьей. Да, Катюш? Да. Обходы местных жителей начались 12 февраля. За это время Татьяна Литвинова и Ольга Назарова побывали более чем в 100 домах. Большинство из запрошенных готовы принять участие в выборах. Впереди второй этап информирования, который включает в себя вручение пригласительных на избирательные участки. В этом году впервые проходит адресное информирование. И, конечно, это прежде всего такой положительный момент для наших пожилых граждан. Потому что не все из них имеют возможность проголосовать. Не у всех достаток общения. К 16 марта в каждой участковой избирательной комиссии будет по 2 реестра избирателей. В одном список тех, кто будет голосовать по месту пребывания, во втором, кого исключат из перечня голосующих, поскольку в день выборов они будут находиться в другом месте. В итоге каждый желающий сможет отдать свой голос на выборах президента России.